Асселсен и Гюнайден. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ada проверяет у меня домашнее задание. Benim öğretmenim. У Ады каникулы, она у нас несколько дней живет. Завтра мы собираемся с ней на море. Yarın geliyorsun. Nereye? Deniz. Deniz. Завтра мы пойдем на море. Güzel Ada. Güzel. Все правильно. Вот я себе записываю все. Это на две страницы мое домашнее задание. Ада ходит на тэквондо, да, Ада? Очень сложно говорит. Она ходила на баскетбол. Баскетбол биты. Шимзия. Тэквондо. Говорит, очень сложно. Ну, пускай занимается. Физическая подготовка никому не помешает. Она у нас такая пухленькая была, похудела. Вот, плохо ей сегодня было. Али ездил, забирал ее с занятий. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Правильно, без ошибок. Я сегодня сидела целый день. Сложный был урок, трудно было мне разобраться, но разобралась. Выполнила задание, никуда не подсматривала. Все сама. Че куда? Ты щекюры бери. Ты еще знаешь? Да, давай. Быстро. Да, давай, быстро. Еще что? Да, давай. Быстро. Как дела? Как дела? Молодец. У нее много друзей русских. Аркадаш, рус в арме? Чок. Чок. Много друзей. Быстро. Рус. Я учу ее по-русски. Как тебя зовут? Меня. Ну, правильно говори. Зива. Меня. Бен Дауд. Меня зовут Ада. Ада. Меня зовут Ада. Русча зовут. Молодец. Спроси меня, как тебя зовут? Света. Ну, как ты спроси. Ты спроси у меня. Не трогай лицо, Юз. Сен Света, бен Ада. Как тебя зовут? Меня зовут Ада. Молодец. Теперь ты спроси у меня, как тебя зовут? Меня. Как тебя зовут? Меня зовут Света. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Меня зовут Света. Как тебя зовут? Меня зовут Ада. Усо и сменис? Гюнюль. Бен де Гюнюль. Как дела, Ада? Так себе. Так себе? Так себе. Так себе. Щёли-бёли. Меня зовут Ада. Меня зовут Светлана. И вы на канале «Турецкий коктейль». Сегодня мы едем с дочерью моего мужа на море. Ада, нерее гелиорсун? Денис. Денис, мы едем на море. Вас, конечно же, приглашаем вместе с нами. Пошли с нами. Привет. Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Ада. Молодец. Молодец. Молодец.
приехали на пляж Хунду. Идем на пляж общественный. Людей, как вы видите, много, машин много. Люди в тенечке загорают. Друзья, я вам расскажу историю, которую я обещала вам рассказать о нашем отдыхе в одной из жарких стран. На побережье мы отдыхали Красного моря, страна эта называется Египет. Это было лет 12 тому назад. Мы вместе с моей семьей и семьей моей сестры отправились на отдых. Сестра ранее за пределами Беларуси со своей семьей не отдыхала. Они отдыхали либо на Украине, либо в Российской Федерации. И вот это впервые я и поговорила, чтобы они поехали вместе с нами. Мы прилетели в Египет. Сразу какие впечатления? Ну, как у всех, кто выбирается в жаркие страны. Приехали в отель. Отель очень красивый, 5 звезд. Территория шикарная, корпуса очень хорошие, номера, в общем, все моим родственникам понравилось, но мы в этом отеле были ранее, отдыхали, то есть мы во второй раз уже приехали в него. И вот мы прилетели утром рано, бросили свои вещи, когда нам только дали номер, и пошли, конечно же, к морю. Возле моря располагался бассейн, часть бассейна была очень мелкая для деток, вторая часть поглубже, там, где уже купали взрослые. Вот в этом детском бассейне были установлены в воде пеньки металлические, по которым дети могли ходить и держаться за поручни, которые были установлены вдоль этих вот пеньков. Поручни в виде турникетов, то есть сам поручень, как перила, и от этого перила такие, как прутья. И на этих прутьях были закреплены металлические картинки. Причем картинки эти были сантиметров 50 на 50 примерно из тонкого-тонкого металла. И были прикручены вот к этим прутьям. Не знаю, какой идиот мог додуматься до такого. И, в общем, моя младшая племянница вместе со своим папой находилась в этом бассейне, ребенок был под присмотром отца, и вдруг ребенок соскальзывает с пенька и падает в воду с криком. Отец ее сумел подхватить, то есть она немного оказалась в воде, там буквально, может быть, наполовину тела. Но папа ребенка сразу не понял, что произошло, только вот этот вот разрывающийся дикий крик. Мы с сестрой находились недалеко от бассейна, естественно, мы подбежали, ничего понять не можем. Видим, что только кровь в воде, вода красного цвета. И, конечно, сестра находилась вообще в жутком состоянии, начала паниковать. Муж сестры схватил ребенка и побежал по направлению к ресепшену. Он не знал, где находится медицинский пункт, но именно там он и находился неподалеку. Пока он бежал, мы следом за ним, мы слышали от него такую
что ребенку оторвало палец. И больше ничего. Сестре моей вообще стало плохо. Ну, вы представляете, в каком она находилась состоянии. В общем, ребенка осмотрели врачи, замотали руку и сказали, что немедленно нужно отправляться в Хургаду. От Хургады километров 40, наверное, нужно было ехать. Тут же сразу вызвали трансфер, который, ну, отельный трансфер. И быстренько ребенка отвезли, повезли в госпиталь. Нам было сказано, что с ребенком могут поехать только родители, поэтому моя семья осталась в отеле, а сестра с мужем и с младшей дочерью поехали в госпиталь. В госпитале они пробыли очень долго. Ребенку сделали операцию, но в связи с тем, что, естественно, русскоговорящих докторов в этом госпитале не оказалось, никто не мог понять, на самом деле, каковы последствия, что происходит с ребенком. Пытались выяснить, пытались на пальцах как-то, объясниться, но никакого результата, в общем-то, не было. Ребенку сделали операцию, естественно, вся рука была забинтована, посмотреть не представлялось возможным. Я все время была на связи со страховой компанией, поэтому, дорогие друзья, я вот к чему записываю это видео, отправляюсь на отдых, обязательно делайте страховку. Это очень важно, потому что никто не знает, что может произойти в ту или иную минуту. Дай Бог, конечно же, чтобы у всех все на отдыхе складывалось хорошо, без всяких проблем. Но, тем не менее, как говорят, знал бы, так соломку подстелил бы. Поэтому той самой соломкой будет ваша страховка. У нас была страховка, поэтому все то, что с ребенком, все процедуры, которые проводились ребенку, в том числе и операция, производились за счет страховой компании. Но, опять же, были некоторые нюансы по этому моменту. Что-то очень страховая выясняла долго. И, в общем, в итоге, когда ребенку провели операцию, деньги страховой компании к тому моменту не были перечислены. И семью моей сестры никто не выпускал из госпиталя. Вы представляете, мы прилетели утром, ночь не спали фактически, целый день на ногах, и до вечера ребенка держали в этом госпитале после операции, а вечером, когда нужно было выехать из него, их не выпускают. И вот, значит, я опять предпринимала все усилия для того, чтобы страховая компания пошевелилась и чтобы быстренько деньги были перечислены. В общем, слава Богу, все страховая оплатила, и на том же самом трансфере мою сестру вместе с дочерью и с мужем доставили в отель. По возвращению моя сестра сказала о том, что они возвращаются немедленно в Беларусь, отдыхать они больше, отдых продолжать они не будут в этом отеле. На что я ответила, что утро вечером утреннее, давайте все отдохнем. Немножечко придем в нормальное состояние и, в общем-то, обсудим. Пока сестра с семьей находилась в своем номере, с ребенком, мы решили с моим мужем провести собственное расследование. И отправились к тому самому бассейну для того, чтобы посмотреть место происшествия. В общем-то, если какая-то проблема там была бы, если бы мы ее обнаружили, чтобы ее не успели вовремя ликвидировать, скажем так. И когда мы пришли к бассейну, каково было наше удивление? Огромная часть персонала отеля бултыхались в этом бассейне, вероятно, искали проблему, из-за которой могла произойти травма у ребенка. Днем они этого не делали, наверное, для того, чтобы не распугать народ. А вот уже когда стемнело, они решили предпринять такие действия. Ну, как действовали? Мы-то понимали со слов мужа сестры, в каком месте все произошло.
даже этого знать не мог. Поэтому они пытались во всем бассейне провести определенный техосмотр. И вот, значит, мы смотрели очень долго за тем, что происходило. Потом некоторая часть людей покинула бассейн, и остались буквально там несколько человек, два или три. Они тоже вышли из бассейна и находились рядом. Ну, а мы с моим мужем, с фотоаппаратом, в общем-то, наводили диапазон поближе, для того, чтобы рассмотреть более детально, что там происходит. И, в общем, короче говоря, ничего мы не увидели, и пришлось нам в этот бассейн все-таки самостоятельно зайти и отфотографировать все то, что там мы, в общем-то, и хотели найти. Ну, вы понимаете, те, кто отдыхает в отелях, что после 19:00 в бассейн уже никого не пускают. Мы пренебрегли этими правилами, и, в общем-то, нам удалось найти это место. Оказалось, что картинки металлические, которые были прикреплены к этому турникету, точнее, одна из них, в левом углу не была прикреплена. И получается, что когда ребенок поскользнулся и стал падать с этого пенька, ее рука проехала вниз по турникету, и получается, что в том месте, где она, картинка отходила турникетом и картинкой, проехал палец, и, в общем, палец срезала. Там даже была кровь на этой картинке, и мы это все сфотографировали. И вот с этой картинкой теперь, когда у нас были все козыри в руках, мы могли уже четко описать все то, что происходило, и предъявить претензии к отелю. Ну, а об этом я вам расскажу чуть позже. Сейчас мы искупаемся, и я продолжу свой рассказ. Но, как оказалось,
все-таки персонал не нашел то место, где все случилось, и все осталось так, как, в общем-то, было накануне. Попутно я задала несколько вопросов хозяину отеля о том, ведется ли журнал технического осмотра, кто должен присутствовать и наблюдать за тем, как люди плавают в бассейне, либо в море. На что мне тоже был задан вопрос, присутствовал ли спасатель в это время. Я обратила свое внимание в день произошедшего. Никого не было ни возле бассейна, ни возле детских горок. И, в общем-то, люди, которые с нами отдыхали, они тоже это подтвердили. В итоге хозяин принес свои извинения, сказал: «Светлана, вы правы во всем». Журнала не оказалось, как выяснилось. Он потребовал, чтобы его принесли. Записей никаких не было. То есть технический осмотр никто не совершал. И, в общем-то, признали свою вину. После этого он попросил отлучиться на некоторое время для того, чтобы обдумать все. И мы договорились встретиться через 2 часа. Через 2 часа я вернулась на ресепшн. Меня ожидал хозяин отеля, менеджер. И, в общем-то, со своей стороны они принесли свои извинения и сказали о том, что они берут все расходы по лечению ребенка после операции. Требовались определенные медицинские препараты. Значит, страховая компания, естественно, оплатила нам операцию, там кое-что было включено, но не все. Поэтому то, что было не включено в страху, предложил на себя взять именно хозяин отеля. Плюс ко всему прочему, нам предложили выбрать самый лучший номер, который есть в этом отеле. У нас номер был, кстати, неплохой. Нам предложили трансфер бесплатный, то есть в любое время, в любое место, куда бы мы хотели поехать, а в частности в больницу. А в больницу нужно было ездить на перевязки каждый день. 40 километров до города, то есть наше пользование, нам был предложен трансфер. Плюс ко всему прочему, нам было предложено продлить наш отдых в 2 раза больше, как компенсация морального ущерба, потому что ребенок приехал на море, в первый раз находится в этой стране и, в общем-то, не сможет искупаться, а через 10 дней снимут швы и, в общем-то, ребенок сможет искупаться в море, и позагорать, и как-то отдохнуть. На что моя сестра сказала категорично «нет». И выставила им условия, чтобы они нас отправили прямо немедленно обратно там. И я не стала настаивать ни на чем. Я понимала состояние моей сестры. Конечно же, нам всем было уже не до отдыха. Мы очень переживали за малышку, за то, что с ней произошло. Ночь была бессонная, очень ее беспокоил пальчик, очень болел ее. Ну и потом мы находились в полном неведении, что с пальцем. Дальше ситуация развивалась следующим образом. Когда мы отдыхали в этом отеле в предыдущий раз, мы познакомились с одним молодым человеком, который работал в магазине, и, в общем-то, с ним подружились. Он египтянин, христианин, и мы просили его помощи, он немного говорит по-русски, чтобы он нам все-таки помог разобраться и перевести те документы, которые нам дали, и, в общем-то, чтобы немного прояснить ситуацию. Думали даже о самом страшном, о том, что палец полностью оторвало. В общем, в итоге мы со всем с этим разобрались. Слава Богу, пальчик обрубило, но до основания ногтевой пластины. Сестра продолжала настаивать, чтобы нас отправили назад. С ней поговорили все-таки работники отеля, убедили ее в том, что действительно нужно остаться, уже то, что произошло, то произошло. Все необходимые процедуры провели, операцию сделали, и теперь осталось только, чтобы ребенок реабилитировался. И вот когда мы
уже поняли, что, в общем-то, палец на месте, тогда сестра немножечко стала приходить в себя и все взвесив, решила, что действительно, наверное, нужно ребенку дать какие-то положительные эмоции, особенно после того, что произошло, потому что она ехала на море, ей тогда было лет, наверное, 6, она еще в школу не ходила. И чтобы у нее какие-то хорошие впечатления остались от этого отдыха, не только вот страшный случай. В очередной раз нас приглашают на беседу. И, короче, в ходе этой беседы нам предлагают. У нас путевка была на 10 дней, а нам предлагают остаться в этом отеле полный месяц. И, в общем-то, мы на это согласились. Дальше как развивались события? Через 10 дней сняли швы. Наконец-то мы увидели пальчик. Не было ногтя. Да, немножко пальчик был срезан. Зашит. Зашит аккуратно. Сестра сказала о том, что обязательно обратиться к пластическому хирургу за консультацией, потому что мы не понимали, есть ли все-таки возможность для роста ногтя. Мы думали, что уже и основание вот ногтевой пластины, оно тоже вырвано. Дальше мы продолжили свой отдых в этом отеле. Конечно же, это был не тот отдых, который мы себе нарисовали в своих головах. Естественно, все внимание было приковано к ребенку, но, тем не менее, через 10 дней ребенок себя почувствовал хорошо, что и сняли, ребенок накупался в море, ребенок получил положительные какие-то эмоции. Ну, а для нас, для всех, этот отдых запомнился на всю жизнь. В общем-то, тот человек, который не знает о том, что произошло, никогда и не догадается, что была какая-то травма. Такая вот история произошла с нами. Такой у нас был отдых. 30 дней мы провели в Египте, приехали загоревшие, потому что солнце, мы поехали в июле, солнце было палящее, было очень жарко. Вот. Ну, сказать, что мы отдохнули так, как планировали, конечно же, нет. Было связано вот именно с этим случаем. Мы очень переживали все за ребенка, сколько бессонных ночей и сколько нервов. И сестра моя, наверное, более-менее пришла в себя только тогда, когда приехали мы домой и уже обратились к нашим специалистам, которые сказали, что не переживайте, мамаша, все будет нормально. Так что, дорогие друзья, берегите себя во время отдыха. Я считаю, что вы едете на отдых для того, чтобы купаться в теплом, ласковом море. А вот эти все экстремальные какие-то развлечения, я не знаю, нужны ли они или нет. Выбирать, конечно же, вам. Но уже, наверное, придя к своим годам, если раньше я такая была более бесстрашная, сейчас я, например, бы не поддалась бы ни на какие предложения испытать что-то экстремальное. Я желаю всем вам самого доброго и самого хорошего, тем, кто отдыхает, приятного отдыха, тем, кто собирается на отдых, желаю прекрасного времяпрепровождения, и пускай с вами ничего не случится, не произойдет. Ну, а самый лучший хранитель для себя – это вы сами. Берегите себя, смотрите внимательно за своими детьми, и тогда все будет хорошо. Ну а сейчас полюбуемся Средиземным морем. Утопила я свои очки сейчас. Такие волны не мудрены. Ну, поделаешь. Искали сады и не нашли. Горизонт, а любимый.
надо, обалдеть. Ну вот этого я совсем не понимаю. Там, где люди, туда и собаку. Как бы не любили животных, ну отойдите в сторону. И не так многолюдно, еще и без намордника. Собака. Такие волны, он тянет собаку. Сейчас так классно, не жарко, такая прохлада от моря, вообще супер. А за нами приехал не Али, а шофер приехал. Ой. Наш трансфер. Для тех, кто спрашивал, турецкий коктейль это про алкоголь. Ну вот в машине такая бутылка.